Молодой пол, кстати. Чек его. Одного вижу. Второго. Братва меня выкинула. Лосим. Лосим. Лёха, блин, на... Я сбросил ракеты. Тайфун падает, смотри. Иду на лавку. Тайфун падает, парни. Витёк, сам работай, меня выбросило. Пиздец, М16. Я не... Не в зенитке, Лёх. Да, я понял. М16, позорно. Тайфун. Восьмая. Вижу ПТ-шку. Попробуем на точку перепрыгнуть. Один готов. Отлично. Сейчас я на точку ухожу. Че у вас там? Не на лавочку, наверное. А зачем? Летанул. Сейчас горит. Да падай ты уже, ёпта. О, наконец. Точка. Саня, все с... слева там и зенитка работает. Да зенитка там смешная. М16 пулеметная. Да я знаю. Оставьте мне, я сейчас я буду троллить там. Ох ты, ё-моё. Я сжег, и он меня сжег. Идите точку захватывать. Они я не подходят к точке. А, подождите, сзади. М26 у них есть. Он заходит на точку, где я сгорел. Оттуда же. Тигра. Тигр, точка. Летанул башню. Там еще один с ним. М26 без мехвода. Бей ему в пушку, чтобы у него ствола не было. Смотри, зенитка по тебе работает. Поэтому может пробьет. Да я вижу, меня все на лодку сбило. Уходи, уходи, откатывайся назад. А козельник снес. Дальше... Да, я видел. Все, ремонтируйся. Макс, а кто там у тебя впереди? Два тигра стоят. Угу. Один остался. Отлично. Блять, точку захватывают. Да, стул туда кинь. Да, наверное, зенит. Да он за мной гонится. Вот падла.
Дайте цель. Не видно. Ну ладно. Никто сзади. Видел. Все, точку А. Захватываю. А я что, один остался? Угу. Ё-моё. Да где он, блин? М26 под джунглям бегаю где-то. Точно, но не того. Ну ёпас это. Слева, слева. Да я гуслю ремонтировал. Вот я его и ждал, он улетел, сука, я его ждал. Все, продули. Ну, можно сказать так. Ну, если самопожертвование сделаешь, на точку сама захочет. Че, проиграли или как? Да я его не вижу, блин. А он где Федя наш горит, он там на мосту был. Бьетесь еще? Давай. Добиваемся. Ну а перевес на чьей стороне? На ихней. У них 26-я, а у нас 38-й. Давай, вали его, гада. Где-нибудь. Разбомбить его нахер, бля. Уже нечем бомбить. Блин, не успеем. А, там еще один у них. Еще двое, ёпас это. Охренеть. Как вот другие видят их вообще на этом, блин? Я не вижу ни хрена. Они не видят, наверное. Они, скорее всего, знают карту и ориентируются по месту, то самое, по месту, где техника расползается вся эта самая, и туда сразу летят. Есть точки. Захват точек идет, значит, кто-то на точке стоит. Да это если понятно. Ну и плюс рассасывание техники с места появления, бля. Вот и все. Клев, так визуально все равно их видно только когда уже подлетишь на 400 метров. Ладно, регайтесь, давайте.